Сейчас, когда в регионе объявлена высокая пожароопасность, учения на эту тему являются актуальными. По легенде, в здании Сочинского гарнизонного военного суда произошло возгорание. В тушении пожара задействовано два пожарных расчета. Пока одни борются с огнем, другие эвакуируют сотрудников военного суда. Прибывшая бригада скорой помощи четко знает, что необходимо делать в том случае, если человек отравился угарным газом. Даем кислород, укладываем пациента на каталку, вводим антидот, ацидол. Это антидот при отравлении угарным газом. Смотрим давление, сатурация кислорода. В учениях были задействованы сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов, МЧС, полиции, военного гарнизонного суда. По результату занятий, хочу сказать, очень все прошло хорошо, замечательно. Есть какие-то недостатки, то я их просто не обнаружил. Все было хорошо. Подобные учения проводятся часто для того, чтобы в экстренных ситуациях действовать уже по отлаженной системе тушения пожара. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.